Народ, доброе утро. Хорошо. Надеюсь, оно действительно доброе. Времени 9 утра, буду подниматься. Даже не знаю, здесь копать нет. Наверное. Сейчас позавтракаем. И поедем дальше на соседнее урочище. Сегодня мы возвращаемся уже на базу. Завтра еду домой. Так что надо копать, успевать. Ну что ж, ребят. Вот и доброе утро. Вот у нас и гриль шипит вовсю. Красота. Готовим хавочки. Две котлетки. Я думаю, я осилю. И пойдем копать. Я вон там фундаменты нашел. Два фундамента. Пойдем сейчас туда подъедем. Покопаем. Ну и потом еще урочище там есть. Ребят, я вам не раз уже вот рассказывал про сухой шампунь. Вот так вот он работает в действии. Смывать водой его не надо. Просто потом протираемся салфеткой и все. Удаляет грязь, запахи. Ну, в общем, все делает то, что и мокрый. Но только можно это сделать зимой, в вездеходе помыть голову. В общем, как-то так. Выглядит он вот так вот. Чуть-чуть, ребят, я лепешки не пролюбил. Пока голову мыл. Зато он какой чистый, пушистый. Хорошо. Реально вот чувство свежести возникает. Так, ну что ж, давайте завтракать, докопать. Будем стартовать. 64 ампер-часа в аккумуляторе. Во втором, соответственно, столько же. Все. Машина готова к бою. А вот и фундаменты, ребят. Смотрите. Раз. Вот я по нему сейчас проезжаю. Тут нечего, надо ходить. Не, ребят, что-то здесь ничего я не вижу. Ну, это я не вижу. Крутые копорита нашли бы обязательно что-нибудь или с собой принесли бы. Ну, я вот, к сожалению, ничего не нашел на этих фундаментах, кроме ржавчины. Скорее всего, руки не оттуда растут. 100%. Поедем на другое урочище, где нам, возможно, больше повезет. Ла-лай, ла-ла, ла-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 ла. Ребят, чем еще интересен шерп для копорей? Смотрите. Находим перспективное место. Начинаем его шурфить. Пятачок.
Сантиметров 10 сгрызли точно. Надо больше, значит, больше сгрызем. Ребят, ехал я, ехал и смотрю, вот эта заброшка стоит. Одна фигная беда. Давайте заедем. Эка, что только гляньте, а. Вот это да. Бревенчатая. На крыше. На крыше непонятно, что было. Давайте зайдем. Посмотрим. Опа, аккуратно, надо. Уже все. Совсем. Наладом дышит все. Вернее, вообще не дышит уже. Чайник, ребят, какой. Прикол. Надо взять. Чайник возьму. О, смотрите, какая штука. Оп. Оп. Интересно. Жалко, что это нам попалось не лет 5 назад. Пока еще совсем не развалилось. Это, конечно же, жалко. Сохнется. Вербилки. Ребят, эко ее занесло-то. Сахарницу эту. Чайник. Кайф. Чайник кайф. Кайф. Ну и конечно же, ребят, я здесь покопаю чуть-чуть, пробегусь хоть по верхушкам. Что тут есть? Посмотрю, можно ли за что-то зацепиться, нет? О, ребят, кусок свинца какой нашел. Хороший. Наклевали, видать, чем-то его. Возьмем. Нагрузила. Гильза, ребят. Сейчас посмотрим, что за гильза. 1939-й. Ну ладно. Пусть будет. Неплохо сохранилось-то так. Вроде неплохо сохранилось. В стол находок пойдет. А, ложка. О, ребятки, вот это да, вот это ложечка. Что тут скажешь? Смотрите, какая ложка-то. Сохран вообще офигенный. О! Вот это да. Ай да я. Ай да молодец. Сохран очень хороший. Ложки. Жалко, что она без опознавала каких-либо. Ну да ладно. Смотрите, какая красавица. А? Стол находок. Стол находок, такая красота, медная. Такую уже самому можно есть. Ну вот, и вилка нашлась. Это все ложки да ложки. Вилка алюминиевая. Качественная. Цена 15 копеек. Не могу сказать, что я не рад сией находке. Возьмем. Вот, ребят, заброшка подарила нам чайник, ложку старую, медную, и советскую алюминиевую вилку за 15 копеек. Ребят, не знаю, сейчас получилось, не получилось снять. Смотрите, нашел вот такую вот гильзу. Она алюминиевая, легкая-легкая прямо.
есть надписи. Ну, вот здесь вот АУИ надпись. Вот здесь вот видите, ромашка такая, донце. Вот здесь ромашка. А здесь ровное оно, круглое. А здесь ромашкой. От чего это? Гильза? Кто знает, кто по войне разбирается, подсказывайте. Очень интересно, я таких никогда не встречал еще. Но это не показатель, потому что я по войне-то практически не копал. Ребят, кто еще помнит такие бидоды, а? За молоком кто ходил с таким? Я помню, у меня был. Помните этот анекдот, когда мальчик-дурачок в магазин приходит, и он говорит, что тебе, мальчик? Мама сказала, бидон сметаны. Ему нафигакали сметаны бидон. Он говорит, с тебя там 90 копеек. Мама сказала, деньги в бидоне. Ну так вот. Ребят, многие спрашивали, что это за звук такой, вот удары идут, брам-брам, брам-брам. Это не подвеска, у Шерпа ее нету просто-напросто. Это не механизмы трансмиссии, это крюк болтается, ударяет об бампер. И вот слышно такой звук. Ребятки, после того, как прокатились по лесу, обязательно чистите решетку. Посмотрите, сколько листьев. Машина начинает греться. Если бы не эта решетка, все листья были бы... на радиаторе. Радиатор был бы забит напрочь и больше бы уже не выполнял свои функции. У меня вот эти радиатор надо будет пропылесосить. Я не заглушил машину и начал чистить сетку, и все, что вот с сетки упало, затянуло туда. Поэтому будьте внимательны. Такие моменты. Вот такой домик стоит. Давайте я вам покажу. Попробуйте будем. Показать я вам покажу. Это построили муравьи. Теперь это дом муравьев. 100%. Вот, ребят, здесь урочище. Была большая деревня достаточно. На карте много дворов обозначено. Здесь вот я деньгу и поднял. Что, похожу еще? Может, что еще найдем? Вот, ребят, первый крестик в этом сезоне. Вот такой красавчик. Отлично. Во, ребят, чуху какую поднял.
звенит как цветмет. Тяжеленная капец. Что такое, фиг знает. Ну реально тяжеленная капец. О! Просто капец копцовый. Обед уже готовится. Сейчас ребята приедут еще. Копать будут. Я мастер-класс возьму в Адеусу. Ребята давно очень с ним копают уже. Будем учиться. Эх, ребята, если бы вы только знали, какой запах сходит от моего обеда. Ах, я его поперчил, посолил. Просто объедение будет. Кто хорошо работает, трудится, тот ест. Вот. Я трудился. Ой, хорошо-то как. Вот это пожарище-то устроили. Кровица остается. Крови уже нету. Это что-то с чем-то, я вам скажу. Самое главное, ни в одном ресторане вам такого не подадут. Здесь нет ресторана, ни одного. Это я вам не вру, 100%. Готов и хлебушек, это лепешечки с сыром. Все, можно приступать. Вот ради таких моментов и стоит копать. Даже битые места. Ребят, только я успел покушать, и шерпы едут, слышно. А мычаться? Ой, глаза у меня лопнули! О, солнцеликий! Я сейчас почувствовал, как монеты сами из земли выпрыгивать нет, начали. Нет. Здорово. В натуре одичал здесь. Дети, ты говорят, ты переехал жить тут сюда. Да? Я сейчас так мясо напоролся, елки-палки. Я говорю, спит небось уже. Вот чуть не уснул, если бы сейчас не приехали, я бы уснул нафиг. О, ребята, копеечку нашел. 1907. Опа, есть копейка. Отлично. Во, еще одну монету нашел. Я снимаю. А что за монета, интересно? Потому что монета точно, но какая-то какалистая. Ведь кто-то потерял ее. Жалко какалик. Прям вообще какалик, смотри какой. Какалик вульгариус. Ну. Жалко, блин. Ты вот так вот не твинь, когда щетками монеты, когда поднимаешь. Не делай так. Потому что это убивает. Абразив. Убивает. Может, что там кто-то когда-нибудь и заинтересовался бы твоей находкой. Ну, просто как ты потер ее щеточкой. Все, да? А чем ее тереть тогда? Ты ничем не тереть. Если там раздачка. Можно. Раздачка. Если можно восстановить, это восстановишь. А если. Это. Что-то. Это вообще непонятно. Интрига. А кахалик это как? Какалик. Ну, какашка. Непонятного происхождения. Монета какалик. Да. Всех времен и народов. Вот, ребята, смотрите, как опытные копари монеты чистят. Нормально комары их выбрасывают. Не, мы в стол находок положим. У меня уже много таких. О, дай зубную щетку. Я своей. Мы волшебным раствором. Да, Николай. Видишь, копеечкой, серебром. А годик не видно. Ну, 842, наверное. Тысяча.
800. Еще 800. 40. Четверка, да. Первый. Или нулевой. Они чеканились-то недолго. Что ты ковыряешь монеты? Иди свои кокляки ковыряй. Так, вывод. Монет, вывод. Монеты есть. Не торопясь, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Можно их собирать. Ладно, вот это я попробую. В общем, хорошее тебе место сдал, да? Ты прям козырное место сдал. Ну, Маск. Вы не держали так руки бы? Да ты выкинул-то зачем? Завод. Моск. Патрон. Патрон, за патронный завод. Патронный завод. Мозг. Дрель. Мозг дрл. Возьмешь в эту? Давай, мозг дрл. Просто подошто. Какой это, блин. Все, ребятки, покопали мы. В общем, я собираюсь домой. Завтра выезжаю. На этом для меня коп завершается. Открытие сезона считаю успешным. Фух. Стою на ночевку. Сегодня ночуем в цивилизации с интернетом. Вот и все, ребят. Для меня открытие сезона копа завершилось. Много ли мало найдено, я не знаю. Для меня все равно каждая находка — это маленькая победа. Маленькое удовольствие. В любом случае, я много ходил, много копал и прекрасно провел время на природе. Чего и вам желаю. Коп — это здорово. Коп — это нагрузки как для ума, так и для тела. Завтра будет обратная дорога. Через 7 часов подъем. Впереди 650 километров до дому. Я думаю, все будет здорово. Доброе утро. Все, вот оно, доброе. Машина стоит. Сейчас на погрузку двинем. А что делать? Надо ехать домой. Юкофеек. Читал ваши комменты. Выдвигаемся. Ну, ребят, смотрите, какой памятник. Плугу. Труду. Саха. Нет, это плуг. Это плуг. Ну что ж, ребят, я поехал. 594 километра, и я дома. Ну вот, где-то лето, а где-то еще снег есть. Мало-мало. Эх, так я и не успел свой скипаст докатать до конца. Ну ничего. Приезжайте в следующий год. Обязательно покатаемся с Арачаном. Ребята, все. Коп закончен. Я уже дома. Доехал, добрался. До новых встреч. И да, если вы надумаете покупать себе вездеход, кит-комплект или уже собран из завода, обязательно связывайтесь с нами. Покажем, расскажем, подберем, поможем приобрести, оснастить допами, тюнингом и прочими вещами, а также подарим подарки от канала. Gerasimsherp.ru. Все, всем пока!